Для Александра Гусева началась вторая пятилетка в качестве губернатора Воронежской области. Сегодня он официально вступил в должность. Торжественная церемония инаугурации прошла в Большом зале правительства. На ней присутствовало около 250 человек. Это представители федеральной власти, Воронежского землячества, депутаты областной думы, духовенство, главы районов. Получив удостоверение главы региона, губернатор поклялся уважать и защищать права человека, верно служить народу, соблюдать Конституцию и законы Российской Федерации, а также устав Воронежской области. Сразу после на сцену поднялся полпред президента ЦФО Игорь Щеголев, чтобы поздравить Александра Гусева от лица главы государства и еще раз напомнить о высоких достижениях региона. Результаты выборов говорят о высокой оценке избирателями деятельности вашей управленческой команды. Воронежская область – один из крупнейших индустриальных центров Центральной России, исторический центр Черноземья. И благодаря своим конкурентным преимуществам и эффективному руководству область регулярно демонстрирует успехи в самых разных отраслях, в реализации национальных проектов и стратегических инициатив главы нашего государства. В свою очередь Александр Гусев назвал прошедшие выборы главным экзаменом на доверие жителей Воронежской области и руководства страны. По его словам, голосование дало старт новому этапу в жизни региона. При этом управление территорией, особенно такой обширной и мощной, это всегда задача команды, с большей частью которой губернатор уже сработался в течение первого срока. Объем пользы от участия в развитии области и обеспечения интересов граждан – вот основной критерий, по которому должна оцениваться деятельность чиновника. Эту же мерку постоянно применяю и к себе. Позвольте заверить всех, что в течение второго срока на посту губернатора буду прикладывать максимальные старания, чтобы сделать новые идеи, энергию, скорости строительства будущего нашей Воронежской области.